Здравствуйте, меня зовут Ромащенко Игорь Владимирович. Я актер, мне полных 55 лет. В 1990 году я закончил ГИТИС. Работал в театрах. С 1990 года снимаюсь в кино. Снимался у разных режиссеров. У Александра Итагилова, Владимира Грамматикова, Анатолия Матешко, Петра Штейна и многих-многих других. Была даже роль на английском языке у Джозефа Файнса. Небольшой эпизод в фильме «Дух». Роли были разные. У меня порядка 98 работ. Я играл и эпизоды, и большие роли. Мне нравится сниматься. Роли были, опять же, тоже разноплановые, комедийные, трагедийные, драматические. Обязателен, пунктуален. Всегда учу текст до съемки. Прихожу на площадку со знанием текста. Исполнителен, пунктуален. Буду рад с вами поработать. До встречи.